Предприятие с историей. Более 80 лет в городском округе Люберцы работает завод по разработке и производству электротехнического оборудования. Это первый в России кластер продукции транспортного электромашиностроения и силовой электроэнергетики. Наша съемочная группа познакомилась с деятельностью предприятия поближе. История становления завода началась в 1936 году. Именно тогда на его базе появились первые механические мастерские. Вот как выглядело здание предприятия в начале 80-х, а вот как оно выглядит сейчас. За несколько десятилетий кардинально изменился не только его внешний вид. С мастерских и перерос действительно завод по выпуску энергооборудования. Наш завод производит энергетическую продукцию, трансформаторы, преобразователи различного вида для различных направлений. 4500 квадратных метров производственной площадки. Весь процесс создания продукции происходит именно здесь. Для каждого этапа работы отдельный цех. Различные заказчики у нас нашу продукцию берут и Министерство обороны, и Российские железные дороги, это Роснефть, Газпром. С работой завода ознакомились глава Люберец Владимир Ужицкий и куратор окружного ЦУР Роман Терюшков. Они осмотрели производственные площадки и познакомились с сотрудниками. На сегодняшний день здесь трудоустроено около 130 человек. Большинство из них – жители городского округа Люберцы. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.